Когда закрылся завод, жизнь пошла нелегкая. Денег у людей становилось все меньше. И я готов был взяться за любую работу. Надо убить мою жену. Причем здесь я? Ты хороший парень. Спагетти ешь? Смотря какие. На третьем году безработной жизни я вдруг узнал, что кто-то еще ценит меня. Ладно, я убью ее. Хорошо. А спагетти? Я уже подумывал стать мужем или даже отцом, но киллером никогда. Я всегда был честным до мозга костей. И если я обещал убить, значит, я убью. Жак? Следов нет, талант видно сразу. Блеснешь еще раз? Я не хочу становиться киллером. А убийство Карин это что? Отступление от правил. Простенько, я бы сказал. Приехал инспектор. Я пробуду здесь дольше, чем планировалось. Дела у вас обстоят довольно скверно. Что делаю в полиции? Это допрос. Тебе это интересно? Деньги поровну делят? 70 на 30, не больше. То есть моя жена дешевле? Я тебе скидку сделал. Впервые за 9 месяцев я ощутил себя сильным. Жак Скоран вернулся. О, черт. Ты убил мою жену, собаку, своего босса. Ты опасен для общества. Атас! Ты больной, что ли? Так ты крикнул Атас, вот я и решил, что у него ствол. Отстань. Одного ты уже грохнул. Жак, уймись!